Всем привет! Зимним утром вот решил приготовить яблочный порошок. Неохота делать пюре, неохота ничего делать, просто размолю, съем несколько ложек его и запью водой. Есть у меня вот такой измельчитель старинный, Витек. Но можно использовать и обычную кофемолку. Яблочки, которые я высушил летом, осенью, очень полезны. Вот обратите внимание, они такие вот светленькие, видите? Потому что сушил я при отсутствии света, ну как, в полумраке, так сказать, в глубине комнаты на сушилке. Вот видите? Яблочки такие получаются. Сушилку я уже вам показывал уже сушилку свою, но еще раз покажу. Вот она зимой без работы у меня висит. Вот так открывается. Замечательная. То ли с AliExpress, то ли с Wildberries. Не помню уж откуда. Прекрасная вещь. Китайская сушилка для фруктов. В общем, эти яблочки вот... положил. Сейчас буду будить соседей. Они вчера, пятница у нас была, до 2 часов ночи о чем-то шумели там. Что поделать, они там сова, а я жаворонок, хотя не особо-то я жаворонок. Кстати, кто скажет, что затупятся ножи, обычной яичной скорлупой можно эти самые ножи заточить, кладете скорлупу. И тоже включаете, и они так затачиваются. Это я в интернете прочитал такой способ заточки блендеров яичной скорлупой. И даже ролик на эту тему снял. В общем, получился у нас вот такой вот яблочный порошок. Очень вкусный, полезный. Осталось только яблок добавить. Ну, посильнее размолоть, если получится. В общем, прекрасно. Мне просто неохота, я и так съем водой запью. Что могу еще сказать? Только спеть могу. Яблочный порошок с утром яблочный порошок утром зимой готовлю. Ты лишь залей водой его. Яблочный порошок. Яблочный порошок. Яблочный порошок, яблочный порошок, яблочный порошок. Утром зимой готовлю, ты лишь залей водой его, ты лишь залей водой его, яблочный порошок. Я вообще тему вот этих порошков в детстве открыл для себя. У нас же вообще ничего не было в СССР. И как-то папа принес с работы какой-то порошок. Я вот на всю жизнь запомнил название. Апельсиновый, немецкий. Цедевит. Цедевит. И я зимой попробовал. И это у меня чуть мозг не лопнул. До того это было вкусно. Та же история. Ну, это, конечно, не апельсиновый порошок, а яблочный. Но тоже очень вкусно, полезно. Живые витамины, только водичка осталась запить. Запить и запить. В общем, мотайте на ус. Как вкусно. Вот просто добавь воды, называется. Просто запей. Супер. В общем, будьте здоровы. Кушайте яблоки в любом виде, хоть сушеным, хоть свежим.
Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал Дмитрия из Орла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте.